телефон чуть-чуть вот так направляю, у меня все вот как в сказке, по углам, по щелям разбежались. Марина Кейлина – фотограф и мама троих детей. Считает, что ее участие в выставке «Семейный альбом» – настоящее чудо. Поскольку запечатлеть детей на фото непросто. Они убегают, как только завидят ее на горизонте с фотоаппаратом. У них в силу возраста какие-то свои видения, предпочтения, какие-то взаимоотношения. И видя это, я уже подхожу, спрашиваю, советуюсь. Ну, конечно, чтобы поддерживать отношения с детьми. Хотя я еще имею по возрасту распоряжаться этими снимками. Но я так подхожу, спрашиваю. Можно, ну пожалуйста, ну можно. Они такие, ну это ладно, вот это вот нет. Выставка «Семейный альбом» открылась в Самарском доме журналиста. 43 работы представили члены фотообъединения. 15 авторов постарались раскрыть в своих снимках тему любви и семейных ценностей. В каждой семье есть семейный альбом. И мы хотели показать, что в семейном альбоме есть разные фотографии и маленьких, и больших, и взрослых, и каких-то моментов, которые, может быть, не так красиво получаются, но они очень дороги для каждого члена семьи. Увидеть снимки может любой желающий до конца ноября. Вход свободный. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.